Я считала всегда, что война в Афганистане, это все было неправильно. Почему? Ну, потому что это же суверенная республика, и как можно было столько времени держать наши войска там? Правда, что выявили, много ребят там погибло. Там нашим совать нечего было нос туда даже. А потому что не к чему, кого защищать, некого было защищать. Вот так вот. Плохо. Почему? Ну, есть на то причины. У меня дядя служил. Ну, не могу дальше сказать. Ну, плохо просто. Негативные. Уважительно. Много людей молодых погибло. Вообще, как бы, блин. За просто так получается. Из-за этих политических, из-за всех. Сколько грубили людей? Это только говорят 17 тысяч. А так сколько там вообще погибло? Ну, было другое время. Как бы были другие мысли. Как бы все считали, что поступают правильно. Сейчас как бы это все пересмотрели, конечно. Ну, было все не зря в любом случае. Так как мы все уже знаем, это не секрет, что война в Афганистане – это всего-навсего политические игры. И когда наши солдаты гибли, когда матери, значит, получали сведения о том, что их сын погиб, а потом, когда горе вливалось в квартиры, в дома, в Россию, соответственно, это вызывает только негатив. Мы тогда, в это время, я еще был ребенком, когда под гитару дворовые песни пели, и большая степень этих песен относилась к Афганистану. Вот этот детский период, вот эти песни, вот эти книги, а также у меня был знакомый, мой товарищ непосредственно, когда его брат погиб в Афганистане. Может быть, это и послужило ростом во мне, зародышем в том, что я в конце концов стал...